Ох ты, опять я петушок. А, быстрее. Тут можно летать еще. Ого, какой здоровый петух. Это что такое? Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и сегодня мы поиграем в новый шутер, который называется Elite Strike. Поэтому смело жамкайте лайкосик, и мы начинаем. Так, нас тут приветствуют, типа привет, Мистер Кекс, отлично. И мы получаем, кстати, монетки за второй день входа в игру. Collect, я жму Collect, Confirm, немножко английского, вот. Так, вот, ребятушки, мой персонаж, у него, вернее, у нее, я, честно говоря, сам еще не пойму, кто это либо девчонка, либо пацан с девчоночной прической, ну, что-то как-то непонятно, короче. И в руках у нас вот такой вот офигевший пулемет. Так, скажу вам сразу, что тут можно выбирать оружие, даже как бы небольшой, в общем, давайте обзор проведем на эту игру. Вот смотри, можно, например, вот так вот даже затестить, что у нас со звуком все хорошо, затестить, как что стрелять, понимаешь, как перезарядка будет, анимация, вот, как просто появляется это оружие. Так, а это что такое? Ну, это как, собственно, как оно, параметры, характеристики оружия, да? Вот, так, еще раз давайте сюда посмотрим. А, вот, вот здесь. И, в общем, вот так вот можешь менять. Вот, видишь, вот граната и еще очередная граната. Гранаты, к сожалению, бросать нельзя. Ну, чтобы посмотреть, как они взрываются. Вот, видишь, другая какая-то пушенция. Пиу-пиу-пиу. Мы с нее тоже пуляем. И как бы смотрим, как будет анимация выглядеть. Вот так вот. Так, вот еще следующая какая-то пушенция. Ну, блин, классно. Такого, честно говоря, я ни в одной игре не видел. Тут даже есть танцы всякие, поняли? Так, это что такое? Вот это калаш, по-моему, да? Похоже на калаш. Все так стандартно, да? Это скар, наверное, что-то так, типа такого. Так, это, я не знаю, М16 или М9, вот. Ну, ты видишь, снайперка, короче, здесь анимации нету. Как ты прицеливаешься, да, смотришь в это глазок. Короче, такое. В общем, давайте, что же выбрать? Я даже сам не знаю. Давайте выберем АР-15, наверное, или что, либо скар возьмем. Выберем скар, вот, и давайте, чтобы уже не тянуть кота за хвост, сразу пойдем, наверное, в бой. Старт матч, пускай будет такая рандомная карта. Ребятушки, чем мне понравилась эта игра, это тем, что я здесь реально дамажу и выигрываю, то есть тут как-то все настолько легко, если вы там плохо играете во всякие там Free Fire, там, не знаю, еще что-то, там, PUBG. В общем, в эту игру вы будете тащить, ну, по крайней мере, на начальных. Вот сейчас у меня прям все отлично получается. Так, вот я Tennyson TN8FM. Почему-то здесь никнеймы, не знаю, как менять, не получается. И, в общем, погнали. Тут автострельба. Смотри, вот, у меня уже первый килл. Отлично. Второй. И мы тут прям начинаем всех фигарить. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Да что такая перезарядка-то долгая. Так, можно среди боя взять потанцевать. Хотя я не знаю, зачем это нужно. Ну, мало ли, вот вдруг кому-то захочется потанцевать посредине боя. Может, бывают такие парни. Так, и... ой, давай я в фуре сейчас засяду. Буду из фуры всех валить. Что-то тут никого нету только. Никто не бегает. Странно. Так, по карте я смотрю. И что-то прям... вот он, вот он. Ай-яй-яй. Откуда ты взялся? Такой шальной. Так, а что у нас там по киллам, а? 12-10, ну как-то совсем нехорошо. Кстати, что я хотел еще сказать. Здесь можно брать оружие. Ай, не успел я взять. В общем, если валяется оружка... ты видишь, можешь подбежать и взять ее. Никто тебе за это ничего не сделает. Никто не будет против. Так, 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 стой, тут цель. А, нет, это мой. Это мой чувак. Вот это я хотел подобрать. Ай, ну, страшно. Страшно. Страшно, я боюсь. Так, отлично. Кто же подобрал ружку? Все, уже нет ее. Давай перезарядимся, пока есть время. А, танцует кто-то там. Отлично. Ух ты, вот это я тут киллы даю, да? Просто один за одним.
Где? Тут была такая какая-то хорошая оружка валялась, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой, защищайте меня. Нет, меня все-таки прикоцали. Так, ладно, поскакали, поскакали. И кто-то там в меня уже стрелял? Я не понял, только что. Подожди, может тут есть какой-то секретный ход? Так. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушай, давай снайперку попробуем подобрать. Покажу вам хотя бы, что это за снайперка. Как она пуляет. А, подожди, тут... Вот так вот все-таки можно целиться? А почему я в первый... Эй. Фигарю просто. На ура, да? Давайте перезарядимся, потому что... Что-то там 3 патрона осталось. Как-то маловато. Ну, как-то со снайперкой не знаю. Мне как-то тяжело, что ли. Хотя, вы знаете, не особо и тяжело. Главное... Ой. Киллер, смотри, мою позицию занял в фуре. Ну, жучара. Ладно. О, подожди. Мы его сейчас там поймаем. Наверное. Опача. 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 Ах ты! Это опять тот же киллер, ты понимаешь? Все, это вендетта. Я пошел его мочить, гасить. Гасить козла такого. Как так-то? Я не понял. Мы, конечно, тут все равно ведем 41-35, но... Но есть один момент. Так, кто тут в фуре сидел? Уже никого нет. Смотри, все посваливали куда-то. Испугались в моей месте. Ай-яй-яй-яй-яй, привет. Привет, медведь. Так, они вот здесь, по-моему, ихний спавн, да? Будем и здесь ловить. 48-39. Интересно, я буду в топе или нет? По количеству киллов. Вот это меня интересует. Виктори, победа, ребятушки. Мы победили и смотрим счет. 50-39. Хорошо. На каком месте Вовкин? А вот он, я посерединке. То есть, судя по всему, у меня киллов. Да, первое место. Вот про что я вам, ребятушки, и говорил. Что, то есть, ну, как бы... Приятно, кто хочет, любит побеждать, не любит проигрывать, то есть совет мой, можете поиграть в эту игру. Так, как это пропустить уже, эти танцы, вот все, нажал сюда, и вот я еще, кстати, не пойму, напишите в комментариях, кто знает, это парнишка или девчонка. Что-то вообще прям непонятно, вроде как парнишка, да, судя по всему. Аркад мод, смотри, а вот тут я как-то даже еще не играл, сейчас с вами это все посмотрим. Chicken Rat. Ран, вернее. Это оружие в форме петушка будет, что ли? Старт матч. Давай посмотрим, что это. Ну, такой петух тут смешной. Интересно. Так, это сколько по времени будет занимать-то? Долго, что ли, или нет? Непонятно. Ребятушки, пока ждем. Кто не успел, можете поставить лайк. Большое, огромнейшее вам за это спасибище. Вот, кто не подписан, можете подписаться, ну а если уж подписались, нажимайте на колокольчик. Будете всегда в курсе новых видосиков на моем канале. Так, в общем, там нам какие-то советы дали, пока я болтал, я все это пропустил. Но, судя по всему, нам нужно хватать этих петушков. Тут автострельба есть? Есть. Отлично. Так, все, петушка хватает только на один выстрел. О, кто-то меня там мочканул. Ёк-макарёк. Вот это да. Вот это прикол. Это что-то прям такое, понимаешь, увлекательное. А, перезарядка. Я не попадаю никак. О, попадаю. Попадаю. Там, тут кто-то еще стрелял. Или нет? Тут петушок бегает. Есть. Ого, какой здоровый петух. Это что такое? Это что за новости такие? Вот это прикол. Слушай, куда они все упрыгали-то? Интересно.
Ой, я застрял где-то. Чё-то они там... Блин, мы тут проигрываем. 12-26. Счёт-то. Это совсем нехорошо. А, спекаля валю. Спекаля валю. Ох ты, опять я петушок. А-ха-ха-ха. Быстрее. О, тут можно летать еще. Ой-ой-ой, кто приготовил индейку? Офигеть, жареная курочка была, видели? Я люблю жареную курочку. Опять? Опять? Да хватит в меня стрелять уже. Слушай, это какой-то жестокий прям уровень. Там-то я всех валил, а тут прям... Не финты. Ай-яй-яй, что это тут за танцы? А, это наши. Это наши стоят тут что-то. Ой-ой-ой. Мега-петух. Мега-петух, отвали. Вот, можно, может, его можно съесть? Нет. Нельзя. Так, 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 ребятушки. Прям интересно. Опять меня запетушили. Что ж такое? Так. Как-то... Ну, тут надо... Дело в том, что тут надо просто разобраться с картой. Вот. Куда правильно бежать? Я как бы в первый раз здесь, поэтому я еще и не шарю. Че, куда, куда, как бежать? Где прятаться? Поэтому, конечно, тут нас и выносят. Возможно, все мои, которые... Команда моя, они тоже тут в первый раз. Так, вот это враг? Нет, это мой. А где враги? А вон враги. Они так далеко, но тем не менее я по ним попадаю. Никого не могу убить, конечно же. Почему-то, наконец-таки. Да что ж такое-то, а? Какой-то прям бессмертный петушочек там попался. Хорошо. Так, 40-94. Вот тут прям, ребятушки, как-то мы вообще лажанули. Да, нам показали, что мы проигрываем. Все, мы проиграли или что? Да, неужели? Неужели в самом деле? Ну, печалька, конечно. Вот, вот они, танцоры диско, которые выиграли у нас. Ну да ладно, ничего страшного, на этом мы... расстраиваться не будем, и на этом мы, друзья, будем прощаться. Всем спасибо, что зашли на канал, спасибо за ваши лайки, а с вами был Вовкин, пока-пока, скоро увидимся.